Ходят по магазинам. Они давно не ищут их. Они покупают и получают реальные деньги обратно. За свои покупки в интернете. letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгодой. Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня к нам на распаковку попал iPhone 5. Пришел он к нам в черном цвете. Вот такой вот у нас телефончик. Коробочка оригинальная. Версия на 16 гигабайт. Сейчас глянем, что там у нас. Ну, содержимое там, в принципе, все стандартно, ничего не изменилось. Я думаю, тут у нас AirPods, потом зарядное устройство, ну и, соответственно, кабель Lightning. Вот такой вот обычный кабелек стандартный для этой модели. Вот такая вот зарядочка, наушнички с логотипом, все дела. Вот, приступим к самому телефончику. Так, а тут скрепочка у нас, по идее, должна быть. Да, есть скрепочка, мануал есть. Все это у нас здесь присутствует. Отложим коробочку в стороночку и посмотрим на наш аппаратик. Так, аппаратик у нас в защитной пленке находится. Такой вот. Все у нас отличненько. Все у нас красиво. Сейчас мы его включим. Так. А он разряжен, его нужно заряжать, чтобы включить. Поэтому я его сейчас заряжу, пока выключу камеру. Вот, потом дальше буду снимать. Так, вот, ребяточки, телефон я включил, но так как у меня нету нано-сим-карты, а свою подвязать я не хочу. Дальше мы его, конечно, смотреть не будем. Глянем еще раз внешний вид, что все, в общем-то, хорошо. Вот, жалко, конечно, давно я айфонами не пользовался. Такой вот у нас щелчочек здесь, прикольный. Вот, ну, в общем-то, все. Вот такие вот дела, так что всем спасибо за просмотр, пока!